Отлично. Превосходно. Так держать. Отлично. Так держать. Уровень пройден. Добро пожаловать. Улитки-зомби у вас во дворе. Жизнь — это путешествие. И в этом путешествии всем нам хочется успеть больше. Получить больше ощущений, больше эмоций, жить в новых границах. Почему бы нет? Систему мировидения представляют. Мировые достопримечательности. Будь готов отправиться куда угодно. Напоминание. Свидание в 21.00. Выберите одежду. Патрик. О, привет, привет. Добрый вечер. Прошу прощения. Ничего. Отлично выглядишь. Спасибо. Отличный пиджак. Спасибо. На самом деле, это куртка-пиджак. Не настолько официальная, как кажется. Что это значит? А что? В чем разница между курткой-пиджаком и обычным пиджаком? Ну, куртка-пиджак. Она для тех, кто хочет хорошо выглядеть, даже когда убегает от полиции. Да. Ну, неважно. Хорошо бы чего-нибудь заказать. Здесь лучшие в городе гамбургеры. Вообще, я вегетарианка. Ой, правда? А в своем профиле ты этого не указала. Ну, не все же я указываю в профиле. Может, сходим куда-нибудь еще? Нет-нет-нет, все в порядке. Что-нибудь здесь я себе найду. Может, для начала бокал вина? Да, отлично. Может, в своем профиле ты не указал еще что-то, о чем я должен был знать? Не страшно бегать одной по городу? Да нет. И, кстати, я уже скоро получу 5-й уровень в мастере марафона. Ух ты! Но в последнюю пробежку было действительно страшно. Мировизор вылетел. Так страшно. Я ничего не видела и не могла найти дорогу домой. Мировизор вылететь не может. Да вылетел. Я совершенно не понимала, где я. Ничего не видела. С нашим последним патчем такое не случается. Ты там, что ли, работаешь? Да? Ну да. Ну и ну. И чем ты там занимаешься? Да так, ерунда. Я простой технарь. А я читала про вашу компанию в новостях. Правда, что вы там что-то имплантируете, чтобы манипулировать чужим зрением? Чушь собачья. Но так не хочется говорить о работе. Я ведь сижу с такой прекрасной дамой. Ты меня прям-таки удивил. Знаешь, я могу угадать, о чем ты думаешь. Правда? И о чем? О том, что вот ты допьешь бокал. И что мы будем делать потом? Может, пойдем ко мне? Пропустим по стаканчику. И куда? Раз уж ты так хорошо читаешь мои мысли, то заранее знаешь ответ.
Ну, вот здесь я и живу. А здесь хорошо. По-моему, неплохо. Тост за идеальную ночь. Что же ты не пьешь? Что это такое? Приложение по свиданиям? Нет. Это программа, которую я пишу. Ну и везет же мне. Какой-то паршивый. Отвратительно. Постой. Не трогай меня, придурок. Ничтожество. Я сказал стой. А теперь давай еще разок.